Приветствую вас на моем канале, с вами Екатерина, и сегодня мы приготовим с вами очень нежные котлетки для мангала. Ну а если у вас дома нету мангала, то вы можете приготовить эти котлетки в духовке в режиме гриль, так как это сделала я. Итак, давайте приступим. Для начала мы возьмем приблизительно 50 грамм белого хлеба и замочим его на 10 минут в воде. Займемся приготовлением фарша. Для этого мы возьмем 125 грамм шампиньонов и порубим их очень мелко. А также для фарша нам понадобится зубчик чеснока и одна большая или две средние луковицы, которые тоже надо будет мелко измельчить. Добавим лук и чеснок к грибам. Сюда же мы добавим одно яичко, одну чайную ложку соли, перец черный, паприку 2 чайные ложки и четверть чайной ложки красного острого перца. Также я добавила чайную ложку специи кервель. Вы же можете взять и петрушку. Добавляем 250 грамм фарша, отожмем белый хлеб и добавим его также к нашему фаршу. Вымешиваем фарш приблизительно в течение 5 минут, чтобы масса получилась воздушной. Для выпекания в духовке возьмите лист для запекания и смажьте его подсолнечным маслом. Приготовим небольшую пиалушку с подсолнечным маслом и смазываем руки, формируем котлетки. Подготовленные котлеты смазываем сверху также подсолнечным маслом. Для выпекания их на мангале уложите котлеты на алюминиевую фольгу, смазав ее также предварительно подсолнечным маслом. Я поставила свою духовку на режим гриль на 300 градусов и выпекались котлеты приблизительно 25-30 минут. Вот такой простой рецептик я для вас приготовила. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить хорошие рецепты.